Владимир выглядит супер уверенно, никуда не торопится. И похоже, есть уже небольшое кровотечение из носа у Артура Пронина, начинается борьба. Она будет недолгой. И уже мы видим, что больно Артуру Пронину после попадания по левой ноге. Одним разящим ударом нокаутировал соперника Владимир Минеев. Ну, в общем, так и не получилось у Артура Пронина. Пошел вперед, и да, один единственный апперкот. Но такие нокауты называют гангстерскими. Никакого добивания не требовалось. Даже и мысли не было у Владимира, в общем, попытаться добить соперника. Он прекрасно понимал, что все кончено в этом противостоянии.